Катался сегодня на полицейской тачке, и тут вижу грустного админа. Эх, помогите кто-нибудь. Ну что ж, ладно. Так, а это еще кто? Блин, товарищ, можете помочь? У меня беда произошла. Просто вообще не знаю, что делать. Я сейчас расплачусь просто. Стой, мужик, давай не ной. Сейчас разберемся. Что случилось? Мне доверили эту админ-машину, но я ее сломал. Нифига, так почини. Не могу, нету доступа к команде. И что ты предлагаешь? Я предлагаю сказать, что это ты ее сломал. Потому что если я признаюсь, меня уволят. А я только встал на админку. Пожалуйста, умоляю. Что-то тут нечисто. А что мне будет за это? Меня, надеюсь, не забанят хоть? Ну, надеюсь, нет. А если даже да. Короче, нет. Слушай, я не согласен. Ты охренела! Быстро согласился! А, что он творит? Если ты не согласишься, я тебе покажу, что я сделаю. Ты идиот! Короче, пошел ты, кретин! Вот же собака! Так, что это? Кто там? Похоже, это он про меня. А, он начал стрелять! Ладно, валим, пока он не пристал. Думает, это чухня, что так и делается. Но нет уж. Да какого? Ну что ж, приветик. Помнишь, я тебя просил? И? Ты согласен? Слушай, школьник ты тупорылый. Не понимаешь слов? Понятно, встань вот тут вот. Зачем? Встань. На тебе, козел! Ха, идиот! Как мне теперь спуститься? Думаешь, я тупой? Ну вообще да. Тогда. Не-не-не! Давай падай или соглашайся. Стоять, ты снял!